Ежегодно в конце учебного года в детской школе искусств города Видное проходят отчетные концерты творческих отделений, а их в образовательном учреждении более 10. Мы вам рассказывали о вокалистах, ударниках, учащихся отделения фортепиано и других. И вот заключительный концерт. В этот день в школе был настоящий праздник. В день проведения отчетного концерта учащихся детской школы искусств города Видное в образовательном учреждении был настоящий праздник. Ребята в холле между выступлениями могли отведать разных вкусностей и повеселиться. Для них аниматоры подготовили развлекательную программу. Ученики отделения ударных инструментов в составе ансамбля «Время жить», лауреаты областного, всероссийского и международного конкурсов открыли концерт. С тех пор, как новое здание уникальной школы искусств города Видное распахнуло свои двери, учреждение получило возможность расширить контингент учащихся по различным специальностям. Детская школа искусств оснащена прекрасными музыкальными инструментами, современной мебелью, новейшей оргтехникой и компьютерами. Конкурс на прием в ДШИ составил 9 человек на место в 2012-2013 учебном году. В этот день за большой вклад в воспитание подрастающего поколения глава района вручил почетные грамоты педагогам. Отличившийся ребят Сергей Кошман отметил благодарственными письмами. Совершенно точно у каждого из наших детей, которые занимались в этой школе, на всю жизнь останется стержень, который ему дали вы, дорогие педагоги. Целый год ребята трудились над совершенствованием выбранного ими направления в искусстве. Пришедшие на концерт с восторгом принимали каждое выступление. И не мудрено, юные таланты покоряли своим мастерством. На базе детской школы искусств города Видное проводятся 3 областных открытых конкурса. Парад ударных инструментов, сольное академическое пение, а с 2013 года эстрадно-джазовый фестиваль. Есть желание из областных конкурсов выращивать всероссийские и международные, а это значит, ребята, которые здесь обучаются, получат возможность и конкурировать, и общаться, и обмениваться опытами со своими сверстниками из самых разных стран, и попытаться выиграть в этих конкурсах, а лауреат международного конкурса, это уже звучит, да, несколько иначе. В 2012 году на основании предложение Министерства культуры Московской области Видновская школа вошла во всероссийские и национальные реестры как одна из лучших детских школ искусств в России. Есть и мечта у Видновского храма искусства – носить имя выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского. Думаю, что мы не будем долго раскачиваться и вынесем решение, а значит и увековечим память нашего русского композитора. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.